Всем привет, это канал Матильда. И с вами буду учиться и Барни. Матильда будет сегодня открывать Барни Космос. Мы продолжаем наше космическое путешествие с космическим конкурсом. Вот такие вот космические мишки у этого Барни. Посмотрим, что там за космические корабли или что там будет внутри. Будем смотреть и клеить. Открывать. Так, что там? Ух ты! А здесь вот такой космический мишка Барни с компасом. И какой-то... Сейчас будем клеить мишка Барни с компасом и звездной картой в лапке. Видите, звездная карта, компас у него, звезды. Это какой-то инопланетяшка. А вот это то смешной инопланетяшка. А это зеленый. А это какие-то туманности, наверное. А, это галактики. Вот, написано. Я не прочитала точно. Это не туманности, как я думала ранее. Что-то интересное и волшебное совершенно. Давай клеить. Так, ну что, с кого начинаем? С мишки Барни? Да. Давай. Так, отклеивает Матильда мишку Барни. Мишку Барни с картой. Матильда решила приклеить в уголок альбомного листа мишку Барни с компасом и картой. Сейчас что ты будешь, вселенные клеить или звезды? Так. Ой, это лапу звездик. Это, да, такие кружочки. Ну, клей куда хочешь, туда и клей. Матильда, делай космос, не клей все в одном месте, ты клей по всему альбомному листику старайся. Делать космическое увлекательное путешествие. Звездочка, да? Молодец, наклеила звезду. Давай вселенную клеим, да? Клей вселенную. Матильда клеит зеленую, вернее, даже не зеленую, а желтую вселенную. О, так, желтенький пузырек мы клеим. А веселых человечков давай приклеим? Давай. Вот, одного Матильда поселила на галактику. Давай, еще у нас желтый и голубой должен на галактике селиться, да? Нужно заселить галактики человечками, инопланетяшками, пузырями космическими. Матильда селит инопланетяшку на желтую галактику. Точно синего ты хочешь на желтую поселить? Может быть, на голубую поселила бы? Вот сюда? Так, Матильда поселила голубого на голубую галактику, а желтого в желтую галактику. Класс! Теперь осталось только звезды приклеить и космические пузыри. Давай. Так, желтая звезда возле желтой галактики сияет, светится волшебными искрами, да? Есть еще один космический желтый пузырь. Давай, я немножко помогу. Есть. Везде пузыри. Да, везде пузыри. По всей галактической системе, да? Можно я приклею вот сюда куда-то, да? Мыльный пузырь. Ой, мыльный. Мыльный пузырь, мама говорит. Космический пузырь. Класс. Так, звездочку поселили в галактику. Еще одна голубая звездочка в галактике засияла у нас. Так, и еще одна звездочка голубая сверкает. Что-то у нас одни голубые звезды. Давай желтые приклеим. Тут, давай, бери. Давай еще желтенькую. Ух, сколько много звезд. Прям звездное небо сегодня у нас, да? Много звезд в галактической системе. Класс. Давай, вот у нас осталось два пузырика. Есть. И еще один желтый. Маленький-маленький пузырик. Космический. Все. Мы космос сделали, скажи. Галактическую систему, да? Да, я папе покажу. Сейчас папе покажем. Галактика населена инопланетяшками. Всем пока-пока. Ставь лайки, подписывайся на канал Матильда. Всем пока-пока.